привет, друзья, с вами Кеники, это игрушка под названием Frostborn. Я нахожусь у батюшки своего района, почилил немножко костер, это все поджег туда-сюда. Короче, сегодня поговорим о том, что много вопросов было, на самом деле, что, как присоединиться к бета-тесту, и сегодняшнее видео будет посвящено именно этой теме. Ребят, я вам расскажу, как присоединиться к Open Beta тесту, чтобы получать постоянные всякие плюшки, там можно чекать свою базу, там можно чекать обновы, чтобы это всем хочется сделать, это однозначно, так оно и есть. На самом деле это все делается очень просто. Я на сегодняшний день это эмулятор идет, у меня BlueStack, запоминайте, пожалуйста, эти вещи, чтобы не было просто флуда в этом всем. Это был BlueStack, и в котором можно получить Open Beta тест бесплатно. Вообще не надо никогда ничем платить. Короче, смотрите, что. Выходим из игры. Так. Короче, смотрите. Мы находимся что? Мы находимся на Play Market. Play Market. Я захожу в свои игры. Я нахожусь в своих играх. Мы выбираем игру Frostborn, опускаем стрелочку вниз, нажимаем кнопочку присоединиться. Функция еще находится в разработке, поэтому это все может занять несколько нестабильно и тому подобное. Короче, пишет вот такая тема, что регистрация бета-тестирования займет некоторое время. Нажимаете стрелочку обратно, заходите опять же в игру. Нажимаете кнопочку обновить, обновляете это все. Опыт бета-теста уже вы тут. Некоторые люди ждут прям пока им напишут, и на самом деле это делать не надо. Это именно делается таким образом. Вы просто обновляете, ну, типа стрелочку назад, зашли, ждем установку. Все это делается на самом деле очень просто. Еще нажимаем кнопочку играть. Все, вот он, ваш бета-тест. Вообще не вижу никакой препятствий, не вижу никаких сложностей, которые могут произойти, потому что мне уйма вопросов идет, как ты играешь на Open Beta Test. На самом деле это может принять участие каждый и дать нашим разработчикам, что как-то не нравится, что как-то там поправить, какой-то баг нашли. Вы можете писать это все смело в техподдержку. И здесь вам высвечивается сразу предупреждение, что данная версия игры находится в процессе тестирования. И может вы выпулить какую-нибудь тему, чтобы откуда ту, которую вы не знаете. Короче, чтобы доказать, что я на Open Beta тесте нахожусь, вы можете вот здесь... в смысле CBT? Он уже здесь не пишет. Open Beta тест. Короче, я выхожу на Global. Open Beta тест пишет с правой стороны, видите, да? 1.12.10. И вот оно, храм предков. Чтобы выйти с Open Beta теста, делается все очень просто. Выходим с игры. Нажимаем кнопочку... Нажимаем выйти. Да, конечно, вы же не хотите каждый раз там быть. Нажимаем стрелочку назад. Заходим во Frostborn. Ребята, самое главное, делать все то, что я вам скажу. У вас по-прежнему установлен бета-тест. Приложение рекомендуем переустановить его. Переустанавливаем. Удаляем. Устанавливаем. Это займет пару буквально секунд. Делается это все вот прям пошагово. Поэтому я давно хотел сделать этот ролик, потому что мне эти комментарии сыпятся в ЛС и тому подобное. Поэтому вот это всем людям, ребят, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал. Думаю, данный видосик, чтобы принимать постоянное участие в Frostborn Open Beta тесте. Как только вы видите на моем канале, высвечивается что-нибудь из разряда, что Open Beta тест вышла, вы можете вместе тестировать вместе со мной. Короче, смотрите, чтобы прийти, нажимаем Google, да, подтвердить, конечно же, вы должны подтвердить то, что вы работаете, да, на данной платформе. Вот у меня привет, Стас. Единорог Стас. Вот ранний доступ. 1.11, видите? Видите? Да, видите. 1.12 было предыдущее.
Загрузка займет пару секунд. И сейчас прям громкость будет на максимум. Сразу убавляем, добавляем 60 FPS. И вот они, ребят. Вот здесь у нас на счет нового сезона открывается локация. А и вот он, мой Кенник Плей. Ну, на самом деле, ничего сложного. Вообще ничего сложного. Вы можете это делать постоянно, если вам хочется потестировать данную обнову. Ребят, с вами был Кенни, как всегда. Подписывайтесь на канал. Какие-то вопросы оставляйте, пожалуйста, в комментарии. Либо пишите мне в Discord сервере. Ссылочка будет в описании. Пока-пока. До новых классов. Чао, какао.